Еще летом было решено, что страховое сообщество предоставит регулятору свое видение и план либерализации ОСАГО. Эксперты поддерживают эту инициативу. Бояться либерализации тарифов совершенно не нужно. Рынок, я считаю, сейчас к этому готов. Нам в нем есть набор достаточно сильных игроков. Есть и много таких средних, небольших региональных участников на рынке. При этом нет такого, чтобы одна компания сейчас доминировала на всем рынке, заняла бы всю долю там этого рынка и могла бы диктовать рыночные условия.